стакана. Подожди на броде, он как новый рассвет, он итоги подводит школьных прожитых лет. Под традиции начинаем наш праздник. Но на каждом празднике есть виновники торжества. Чтобы узнать, кто они, давайте послушаем сказку. Ну, вот а может, однажды не в студеную, а в желтую, теплую бору. Привели эти хоромы красной девицы да добрые молодцы чадушек своих ненаглядных уму-разуму учить, да граней науки грызть. А предупреди чадушек, что учиться им осталось не год, а ого-го. Но раз привели в школу, выбора у них нет. Отличники учебы, победители олимпиад, Ривина Ольга, Кириченко Яна, Дмитриева Екатерина, Климанов Данил, Кузнецова Анастасия. Олимпиадники наши проявились в расчете. Надежда и опора класса, Голобородько Наталья, Мезенцева Надежда, Ротарь Татьяна, Романенко Сергей, Абашина Анастасия, Ковик Дмитрий, Турчанникова Кристина, Баландина Александра. Добросовестные ребята, если нужно выручать, если где беда случится, то на помощь вам придут. Пожелаем счастья им, воплощение всех идей. Перед вами оптимисты класса Филиппова Татьяна, Демина Виктория, Ларченко, Виниченко Дмитрий, Курасян Гай. Вечно с множеством друзей, веселые, задорные. Верим, будет все отлично. И найдут свою дорогу лучшие спортсмены школы. Закрывают колонну выпускников классный руководитель Тишковская Ольга Валерьевна. Многие годы опекала Ольга Валерьевна своих учеников. И сегодня выпускники говорят огромное спасибо. И желают вам, Ольга Валерьевна, везения, удачи. Сегодня на празднике присутствуют уважаемые коллеги, родители учащихся. Сегодня замечательный праздник, связанный с окончанием учебного года. Обычно он венчает все наши труды, все наши заботы и творческие сметных олимпиад по количеству призеров. Давайте поздравим нашу команду интеллектуальную. Яна стала победителем третьего этапа Всеукраинской олимпиады по педагогике и психологии, впервые проводившейся в Украине к 20-летию. Давайте поздравим ее с этой победой. Адаменко Анна стала победителем третьего этапа Всеукраинских олимпиад по английскому языку, по нашему профильному предмету. Давайте тоже поздравим ее с этими успехами и достижениями. Мы горды и нашими различными победами в творческих конкурсах. Волейбольная команда нашей школы заняла первое победное место среди всех школ в ведении летних каникул. Но для наших выпускников этот праздник и этот звонок особенный. Они услышат в нем ту тональность, которую не дано понять ни одному школьнику, стоящему перед этой торжественной линейкой. В нем и грусть расставания с друзьями, и школой, строгими учителями. В нем и радость выхода на дорогу самостоятельной жизни. Давайте мы все вместе пожелаем им успехов и удачи на выбранном пути. До следующих, дети! А выпускникам мне хочется пожелать, чтобы сбылись все их мечты. Сейчас у них очень трудная пора. Они стоят на пороге взрослой жизни. А взрослая жизнь
полна всевозможных преград и препятствий, но, конечно, и радостным моментом. И я желаю вам, ребята, чтобы все ваши мечты сбылись, чтобы вы правильно выбрали свой жизненный путь. А для этого вам необходимы трудолюбие, целеустремленность, настойчивость в достижении своей цели. Желаю вам всем удачи в жизни, здоровья, всего-всего доброго. Слово предоставляется гостю нашего праздника, депутату Стахановского. Чтобы на своем жизненном пути как можно меньше встречалось вам помех. Но если они будут встречаться, успешно их преодолевать, и как вы это делали в этой школе. За добросовестный труд, за общественно-политическую... Заслуга всего ученического и педагогического коллектива школы. Ребята, давайте поблагодарим за это. Грамота подписана Николаем, родителям, твои дети тоже здесь учатся, и самим школьникам. И чтобы во время небольших перерывов им можно было заняться, скажем так, релаксом, такой маленький, небольшой ценный подарок. Аплодируем. Предоставляется слово. Уважаемые ученики, преподаватели, Государственная служба занятости поздравляет всех вас с окончанием учебного года. Это вокалисты, художники, танцоры, фотоюниоры, спортсмены. Сегодня мы чествуем победителей 2010-2011 года и приглашаем на школьный парад, который возглавляет магистр школы, отличница, победитель международного конкурса. Исполняется 16 лет. Встречаем победителей!
Второй А-класс. Коломеец Анастасия, Целенко Анастасия, Кукурика Дарья, Степанов Давид, Углинский Богдан, Ярославцев Владислав, Ермаков Назар, Суслова Лада, Болдырева Дарья, Третий Б, Сысоева Виолетта, Третий В, Кара Стелла, Колбаса Анастасия, Кравчук Анастасия, Лазаренко Анна, Скороход Алина, Янова Яна, Бурлаченко Денис. Четвертый А, ПМ Анна, Вексель Данил, Зуенко Мария, Ишенко Софья, Исака Вячеслав, Коструба Роман, Лютов Артем, Малафеев Сергей, Ноженко Анастасия, Серегин Владислав, Сурикова Анастасия. Дюк Максим, Глицкая Анастасия, 4 Г, Алексахина Анастасия, Васильева Кристина, Малькова Тюшова Карина, Филиппова Валерия, Тищенко Никита, Лука Владислав, Руева Полина, Да Игорь, Живлаков Сергей, Шангарев Илья, 8 Б-класс. Колесников Андрей, Костенко Антон, Иващенко Виталий, Захарова Мария, 10 В-класс, Свиридов Игорь. По итогам года также определены лидер класса Залога Никита. 7 В-класс, классный руководитель Шинкарева Юлия Владимировна, лидер класса Тутубалина Анна. 9 Г-класс. Классный руководитель Поменчук Инна Васильевна. Лидер класса Цымбалюк Анастасия. И по итогам первым нашим победителям. Но семье, любите мир и людей, окружающих вас. И тогда счастье улыбнется. А ты не надо, детство завершая путь, школу не забудь. Еще умен. От себя хочу добавить, в информатике силен.
Дмитриева Екатерина. Чтобы выбрать в жизни путь, ей не надо мучиться. Переводчик из нее все равно получится. Яскевич Александр. Биологию он знает, а других не отстает. На гитаре он играет, замечательно поет. Тактичный, активный и жизнерадостный. Вас ждет увлекательная жизнь. Будьте уверены в себе. Преодолевайте трудности, которых немало в жизни. Добросовестно учитесь и работайте. Честно служите Родине и народу. Все свои силы, ум, жар своего сердца отдавайте людям и стране, в которой вы живете. Удачи вам и счастья! Самых творческих! Пожелай исполнения желаний. Скорой встречи нам всем. Побежать! Последний звонок на урок. Запомните вы навсегда. Пусть много пройдет дорог. Пусть время отмерит года, но этот последний звонок от детства к юности шаг. Ни год и ни два забыть.